И сразу ошибка. Всем привет, здорово. Суть постановки турели торба состоит в том, что турель не должны уничтожить быстро. В идеале турель должна стоять в отдалении от всех или простреливать узкую зону и находиться за щитом. Смотрите, с какой легкостью Эш сломала турель. Уж лучше бы ты ставил турель рядом с собой, простояла бы дольше. В некоторой степени обстоятельства вынудили тебя стоять на хэбе, но в среднем лучше отходить назад. Когда пилот внизу, в ложбине, позиции атакующих легко простреливаются, если ты вовремя отошел. И ульта торба в том месте весьма эффективна. Сейчас же ты дал им шанс обойти тебя. Ты рисковал, идя в комнату, можно было и остаться. Турель в этом месте легко уничтожить из комнаты. Довольно спорное решение ультануть, в сущности ульта дамажила только Боба, которому и так можно нащелкать хитшотов. Лава летела издалека и не точно. И уже в более важный момент ты остался без ульты. Стоило двигаться в сторону респауна, в сущности ты застагерил. Вы так и не собрались вместе, какая жалость. Я понимаю, что вас держит на резке, и ситуация критическая. Но только посмотри, какой ровной кучкой легла лава. Вот что бывает, когда Тор культует при активном куполе Уинстона. У купола низкая прочность и высокий кулдаун. Подумай об этом. Щит Арисы очень ненадежный, не стоило на него рассчитывать. Лучше поставить турель в беклайне и сражаться с врагом, пустив его чуть ближе к углу.
Мне кажется, или можно было попытаться убежать на респаун. Так или иначе, перейдем к атаке. Ничего интересного не происходило. Но здесь стоило держаться правой стороны, а не левой. Слева меньше шансов выжить, а если и выживешь, то только застагеришь. Атаковать этот участок нелегко, пока нет ульты. Ульта же прекрасно ложится врагам за спины, не оставляя путей к отступлению. Главная задача на первой точке – добраться до этого места, где враги идут из узких проходов, турель в безопасности, а ультой можно закрыть весь пилоад и каждый вход на точку. Я промотал отрывок, где Торг шел вперед, стрелял, неплохо сдал ульту, а враги демонстрировали козе потягушки вместо попытки собраться и дать отпор атакующим. А вот на этом участке снова ошибка. Ты и так прекрасно попадал по врагам, не было нужды так далеко подаваться вправо. Щит Арисы рухнул, и ты не успел отступить, по делам. Накопи ты ульту чуть раньше, мог бы убить всех, кто стоял в узких коридорах, затащить катку, взять пот и вообще быть крутым пацаном. Наверное, ты думал именно об этом, когда с опозданием накопил ульту и бездарно сдал ее при численном преимуществе врага. Эш додумалась занять хорошую позицию, где у Торба нет особых шансов ее перестрелять, чем заниматься и не нужно. Максимум, Ариса могла стянуть Эш вниз. Тебе явно стоило повернуть голову вправо, стрелять в тех врагов, по которым ты можешь попасть, накопить и сдать ульту. Вместо этого ты мазал и в конце концов проиграл. Подводя итоги. Турель должна стоять в максимально безопасных позициях. Подальше от врага и на плохо простреливаемых участках. Ставить ее на пейлоад, разумеется, не нужно, ведь пейлоад отвезет ее в невыгодную позицию. Ульта отлично занит врагов, не дает им отступать в коридорах и контестить поинт. Но барьеры, даже если это жалкий купол, не дают раскидать лаву правильно, следует следить за кулдаунами. У Торба потенциально высокий урон, но сложная механика стрельбы. Чаще выбирай более доступные цели, особенно если это поможет быстрее сдать ульту. Зачатую нет смысла перестреливаться со снайперами, особенно если перегрузка на КД. Под перегрузкой тебя хотя бы не ваншотнет вдова.